И снова здравствуйте. У нас еще вот старый Новый год сегодня. У нас наряженная елочка. А под елочкой вот такие красивые девчоночки. Да? Айда, Гунча. Красотки, приветули. Мои хорошие. Как я всех люблю, такие сладкие носики. Да, такие сладкие носики. Привет. Привет, девчонки. Сегодня у нас здесь вот Дилара. Диларочка, про которую пост вчера был. Прекрасная такая. Сладуся. И ты, Сладуся. И ты, хорошечка моя, да. Хорошечка такая. Ай, да? Гунча. Да. Приветули. Приветули, да. Ты моя сладкая. Вот они такие все хотят общения. Неважно, мороз, не мороз. Да, скажи, дайте нам человеческого тепла. Конопушечная Айдочка у нас. Все у нас такие заиндевевшие собаки. Да? Гунча. Малышки. Это кто там орет? Это кто там такой басистый? Ты что ли? А, Шкет? Шкет маленький. Айк. Что у тебя? Ух ты какой. Какой серьезный. Кто там пошел? Мансура, ты на Мансура, что ли, батон крошишь? А? Старичок. Нельзя на старичков. Надо уважать старших. Что такое? А, видишь, вон Джессур из Галипага. Джесс, иди сюда. Джессик, иди сюда. Джессур. Джессур так, для проформы погавкал. А ты, конечно, перебарщиваешь. А, парниш? Ты перебарщиваешь немножко. Ага, вот такой айк у нас красивый. Вот он. Здрасте. Здрасте вам, малышок. Давайте глазки вытру. Да. Что там, скажи, интересного? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Пошел, Мансурчик. Во свояси. Ага. Все. У нас очень снежно, очень морозно. А, этот Джессур решил еще туда куда-то там полаять. Сказать свою гав. Да? Скажи, и там кто-то ходит. Правильно, правильно, молодец. Надо всех в тонусе держать. Итальянская парочка наша. Да? Сальмо и Бруно. Привет. Ты так рад, что прыгаешь. Здрасте. Бруняша мой. Бруняша, коняша. И Сальмочка. Хорошие малыши. Я всех называю малышами. Это не значит, что у нас тут, конечно, все сидят щенки. Вот. Но они прекрасные ребятки. Все такие лапочки. Поэтому уменьшительно ласкательно, конечно же, мы их называем всех малыши, ребятки. Да. Как-то так. Мы их всех очень любим. Вот, поэтому только самые лучшие отношения, только самое лучшее общение. Харе. Их мы называем итальянской парочкой. У них вот такие очень горячие отношения периодически случаются. Ага. Так, что там? Бруняха. Бруняша любит сожрать перчатки, шапки. Ему надо аккуратнее, кто-то там пошел гулять. Тархаш, да? Стойте, давай, стойте! Тархан пошел гулять. Тархан у нас приехал из морозного северного города Нижневартовска, поэтому Тарханчику сейчас погода должна быть вообще казаться теплой. Кабачок, что там у кабачка случилось? Не сидите, он пожимает лапы, бежите быстрее. Пойдем, все, пошли, пошли. Ты же северянин. Все, пошли. Давай, северянин. Северянин, ага, все. Потащил девчонок. Северянин наш. Так, наша рубрика «И снова здравствуйте» продолжается. Это у нас прекрасная, очаровательная Сабина. И вон Камал к нам идет. Да? Камал и Сабинка. У них классно, у них солнечная сторона. Ну, в данный момент это классно. Зимой, конечно, жарковато. Ой, летом. Но сейчас это несомненный плюс. Да, ребятки? Несомненный плюс, такой морозец.
подогреться солнышком. Это у нас Севара, красавица северная, тоже она у нас приехала из Нижневартовска. Ей прооперировали глазки, стерилизовали девочку. Теперь она готова поехать домой. Севара очень красивая, очень такая прям сложена хорошо. Белая, красивая девочка, молодая, здоровая, глазки ей прооперировали. Идеальная собака, готовая к пристройству. А это еще одна идеальная собака, Тофика. Да, Тофика наша. Тофичка, сладкая девочка. Тофифи наша конфетка. Рыжая такая прекрасная. Да, прекрасная такая моя собака. Хорошенькие они такие все. Все хотят общения, неважно, на улице. Жарко, холодно. Да, вот у нас кто-то приоделся. Герыч. Герыч у нас в попонке. Здравствуйте. Здравствуйте, вот он такой. Сладуся. И вот у нас Еваш. Еваш у нас тоже. Больше он, конечно, гармонирует с Тофи. Да, рыженькие такие. Пирожки. Сладкие ребятки. Вот у него тоже такой солнечный вольер достаточно. В этом вольере у нас сидела раньше Ая. Но Ая сейчас у нас, слава богу, царица Рязанских полей. Да, поэтому у нас тут сидит Еваш. Еваш очень у нас любит общение с человеком. Очень хорошо с детками общается. Вот такой вот пожилой, но возраст у нас, тем не менее, не преграда. К общению, к любви. Да, мой хороший? Ну, мой хороший ребенок. Все, зайка, я пошла дальше. Ладно? Я пошла дальше. Сладкий мой. Антоха с Улей. Антоха. Она Алка меня не видит из-за сугроба. А так она меня тоже выпасывает. Как бурчик. Вот, подойду к ней сейчас тоже. Улька. Как Улька. И Тоха. Тоха вообще красавчик. Тоха у нас, вот этот Тоха, год назад примерно к нам попал. Был таким еще подросточком, да? А сейчас такой кобелина. Заматерел. Заматерел пирог мой сладкий. Улька. Улечка. Прекрасная пара. Отлично живут вместе. Все у них хорошо. Давайте сейчас сниму вам вот этот ряд. Леон что-то там ест. Так, Леша что-то у нас тут ест. Угостили его вкусняхой. Да, Леон? Мия. Миечка у нас. Скажи, здравствуйте, меня покажите. Меня покажите. Леш, что там еще ешь? Вот у нас такие соседи прекрасные. Мия и Леон. Что? Я вас только что показывала. Ой-ой-ой, какие грозные собаки. Да, Мия. Горушка. Горушка, привет. У меня нет вкусняшек. Ты мой зойка такой. Все, у них такие мордочки инеем покрылись, да? Ой, Горчик красивый. Горушка. Горушка красивый. У Горушки есть документы. Клеймо. Шикарный пес. Рива. Рива, привет! Ты моя хорошая девочка. И Рива такая красивая, хорошая. И вот у нас такие хорошие басмочка с Иртышулей. Иртыш, привет! Привет, мои детки. Вот они все хорошие, рады общению. Им все равно, что на улице уже 20+. Минус 20+ градусов. Да, лорд? Ку-ку. Лорд, лорд, скажи, здравствуйте, а мне не жарко. Точнее, не холодно, да? У меня такая, скажи, подружка активная. Меня гоняет постоянно. Выгреб подначивает. Алад, иди сюда. Алад. Аль, иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Вот они такие. А это вообще сегодня мы заезжали на передержку. Вот эта чучундра. Гуляет, поводок свой таскает. Ей хорошо. Утром мы приезжали, повторюсь, было минус 35. Вот. И ей пофигу, идет, гуляет.
Поводок свой тащит, кусает. Этот лорд такой, подруга. Ты чё? Да? А, ей нормально. И нормально все, детки. Конфетки. Прощаться, Зоя. Хорошо. Ирочка, да, скажи, ну-ка, куда пошло? Эй, вернись. Вкуснях мне дай. Не дала. Да, тут вообще тусе такое собралось. У ребяточек. Да. Все рады общению, независимо от погоды. Да? И класснуло, скажи, уже такой весь снежный. Но я готов. Я готов, скажи. Балуша. Припечатывает руки к решетке у девчонок. Да? Ты мой сладкий. Вот он такой хороший. Балуш. Балуша красивый. У него все гармонично. Все растет, скажи, да? Балуш. Не, с тобой гулять не пойдут. Такой большой, такой сильный. Да, у тебя вон снежок сейчас вынесут. Ага, все. Чистка вольера. И у нас такие пирожки. А сейчас у них тоже будет чистка вольера. Да, кто не дождался выгула, накакал немножко. Пюре мутороша. Сейчас у них тоже все почистят, мои сладкие. Рыжики такие прекрасные, ребяточки. Ну все, мы завершаем нашу рубрику и снова здравствуйте в тепле. У Муфика тут все хорошо. Охраняет дом, сторожит наш обед, контролирует все, да, Муфик? Муфик самый тут тепленький лежит. И вот наш календарь, у нас его... мы сюда повесили календарь, который у нас выиграл наш подписчик. Он когда приедет, отсюда заберет и снимет. Не приедет, значит, останется... собственности Dog Space. Вот, следующий месяц у нас будет вот такой прекрасный Балуша. Следующий месяц вот у нас Марти Найт. Очень классный получился календарь, но у нас больше нету таких. Ну, Керчик. Дальше у нас идет Феня. Вот, смотрите, пацаны вообще, ребята, да? Дальше у нас идет Лалоня в июле. Очень классные фотки. Ну, в общем, и так далее. Кто не успел приобрести себе календарь, тот будет видеть у нас его только видео. Вот, все. А этот календарик ждет своего подписчика, который выиграл. Все, всем пока. Люблю, целую.